Warlords of Draenor. Boost to level 90 and take your place on the front lines. Rated T14. Blizzard animations, they still get me. They're great, aren't they? Welcome back to the World of Warcraft Arena World Championship. Final match of the day. After a terrific day of World of Warcraft through Groups A and Group B, we're down to the final game of the day. But don't forget, it's not the end of the World Championship, of course. We've got the World Championship. Да, как говорит ведущий этой трансляции с англоязычной стороны, это не конец турнира, друзья. Это только разогрев, и команды, которые проиграли. А для них все не кончено, у них наоборот предстоит серьезная борьба. Эти 6 команд из 8, которые попали в лузер брекет, из них еще 2 команды выйдут в полуфиналы. И 6 команд, ну да, то есть, конечно, там кто-то будет вылетать, кому-то будет больно, неприятно, но все равно там будет битва, только непонятно, как они из 6 команд именно 2 выберут, то есть как они там будут играть, там получается сингл и лим, это 3 пары. Там, видимо, какой-то момент будет еще 2, как-то непонятно, то есть я не знаю, как они это сделают с брекетом, надо будет посмотреть, но это уже на следующей неделе. И сейчас, да, ребят, готовимся к выходу, сейчас немножко можем даже тут музычку включить на фоне, которая у них там пассивно играет, к выходу Лагуна будет играть против Playing Good Fire. Я уверен, что они встречались на ладере. У Лагуны возможности спросить нет, как у них там были дела вообще. Да, к сожалению. Как мы на Лиге Арен заходили, так понимаешь. Да, на Лиге Арен, ребят, ну как что вообще, готовитесь, да, там нормально все. Обычно инфу никто такую не давал четко, то есть что мы будем делать там. Можно, например, мы их выигрывали там 100 раз и 100, то есть мы вообще так, лол, там прям сейчас изи будет, изи гейм. Но это все-таки шаттер, это опять же это шаттер с, очень неприятный с фаермагом. Но все равно даже фаермаг, я не заметил за этим фаермагом, но обычно в шаттер с фаермагом бывало там фаермаг чуть ли... Я помню, что меня маг лично в соло убил за дефриз. Я видел, что ШП на меня не повесил ни одной доты, и я просто не хотел тренковать. То есть один фаермаг и один дефриз. То есть, ну, я спавил на камень батлмастер. И он мне дал дефриз, он ровно, то есть представь, один на один фаермаг убивает дефриз. То есть 4-секундный дефриз. Ну, мне как-то не хотелось что ли тренковать, потому что ШП даже копеечка не помог. То есть именно если хотя бы доты были бы от ШП, это было бы понятно, или потому что ШП просто хоть что-нибудь сделал. ШП, ну то есть получается фаермаг просто влетел, фулл ХП за колонну, дал дефриз и просто пиробласт и убил. Кстати, интересная информация. Как в чате написали, ну, можно, это я склонен верить, то, что Телби, он по совместительству еще полупрофессиональный, то есть какого-то там определенного разряда игрок в шахматы. По-моему, это то, что нужно шаттеру. Шахматы? Да. Ну... То есть такой, знаешь, ты рассчитываешь ходы там на 10 вперед, то есть, ну... Это какое-то все равно, знаешь, мозг как-то работает по-другому. Знаешь, такое все равно мышление определенное есть. Ну, может быть, но мне кажется, что... Но все равно... Все-таки это не зависит. Не, но все равно так, знаешь, это... Ну, нет, может быть. Я шахматы играю так, посредственно. Грубо говоря, я знаю, как шахматы ходят сами по себе. И, кстати, еще интересно. Сейчас смотрю вот на состав команды Playing Good Fire. Сет Стори из Бельгии, Ливен из Финляндии. И интересно... Просто так получилось, что Ринд, их друид, которого зовут Бернардо, он из Бразилии. Бернардо. Да. Получается, финн, бельгиец и, в общем-то, бразилец. Ну, то есть, знаешь, такой своеобразный микс. То есть, мне интересно, просто как это, знаешь, команда сформировалась. Они говорят, что они за две недели вот до всего этого начали играть, когда начались отборочные в онлайне. И... То есть это бразилец, получается, он, наверное, в Европе живет или... Ну, может, просто на Европе играет. Да, то есть, ну, пинг такой, знаешь, то есть на Европе было бы сложно квалифицироваться все же. Ну, может, за Бразилией какой-то хитрый канал идет. Хитрый канал. То есть с Америки там, может, все плохо, а с Бразилии какой-нибудь хитрейший канал такой проходит. Что у него не так все плохо, в принципе. Потому что, ну, пинг, разумеется, пинг очень сильно влияет на игру и на результаты игры. Потому что я уверен, что... Если бы, например, играли бы No Life и Разумияки на Америке, они бы не показывали то, что они сейчас показывают. Потому что они показывают именно тайминговые заходы. То есть они показывают, как они убивают. То есть им надо снести 550 тысяч хп там, ну, за какое-то время. Они сносят 560 тысяч. То есть если что-то чуть-чуть идет не так, то они уже не убивают. Ну, как мне кажется.
Ну да. Хотя последний килл показал, что там как-то вообще совсем прям... Я даже не знаю, откуда вообще такой дэмэдж берется, я не знаю. Знаешь, если Шаттер играет... Ну, мне кажется, там... Если Шаттер все делает ровно, а ты еще и ошибаешься. Причем два человека ошибаются. Да, это все, это фатально. То есть, нет, ну, знаешь, это может быть даже не фатально, ты можешь просто потерять, ну, как, знаешь, обычно, то есть, скажем, если бы это был, ну, я не знаю, даже если бы это было что-то другое, ну, скажем, не РМД, вот, не такого типа, то есть, не мага-друиды, бурстящие сетап, знаешь, это именно мага-друид, они не прощают, когда ты ошибаешься, они именно не прощают, потому что они контроля тебе дают столько, что за твою ошибку ты просто, знаешь, особенно, когда ты тренкуешь ничего, например, то есть, там тебя перезаспамливают, они такие, опа, тренканул, знаешь, вот, особенно эта ситуация такая, знаешь, стандартная, наверное, банальная. Ты думаешь, что тринкать не надо, а потом уже надо, а ты смотришь, что на контроле одна секунда, и ты его тринкаешь, потому что уже катастрофа, из-за того, что это катастрофа, ты уже, и ты мог отделаться одним тринкетом, но ты уже нажимаешь и шаринг на тым, ну вообще все, вот, знаешь, ты мог нажать, вот просто в один момент ты мог нажать тринкет, поставить граундинг, там, ну, допустим, тринкет, граундинг, там, шаманистик, а ты это не сделал, из-за этого вся команда отдает все вообще, все, что может. Ну, в целом, как бы, даже если так подумать, то, например, тоже нулайфер нажал блинк, ну, хотя после которого, хоть и ГКД идет очень маленькая, если я не ошибаюсь, совсем прям маленькая, то есть блинк, ГКД идет именно низкая. То есть нулайфер нажал блинк, нажал дипфриз, нажал ров, Лагуна приоделся, кстати, уже такой. Знаешь, все же playing with fire, хотя, знаешь, может, как-то наоборот, знаешь, мы можем лучше раздеться. Может, уже холоднее просто стало чуть-чуть. Холоднее, сейчас жарко будет. То есть, как бы, например, что-то отдал маг и Silence, ну, согласись, что была одна секунда, была четко одна секунда на нажатие этого шаманистика. Хотя, знаешь, у меня такая мысль пришла, недавно на Твиче было объявление, что больше нельзя женщинам стримить, например, там, в бюстгальтерах, то есть, ну так, типа, такой, в какой-то такой полуэротической одежде, знаешь, там, мужикам запретили стримить, когда если они там тоже все оголяют у себя. Так он ничего не оголил, мальчик. Это так просто. Ну да, я понял, ну, мне кажется, запретов никаких все-таки нет, ты сидишь в майке. Ну да, нет, ну, а женщинам запрещают в бюстгальтере сидеть? Ну, это, мне кажется, немножко другое. Почему-то. То есть, ну, тоже вроде одежда есть, то есть, ничего вроде лишнего. Не, ну, это все-таки нижнее белье, а здесь это майка. Майка это... Ну, майка это майка. Ну, да. Не, ну, он показал, как бы, такие бицухи есть, все в порядке, ребята. Типа, если у тебя какие-то предъявы после игры, ну, ты понял. Что-то ему дал конфетки какие-то. Я думаю, что это, наверное, салфетка руки протереть. Давай посмотрим, что он откроет. Ну, похоже на салфетку, да. Ну, он думает ее открывать, надо, может, после матча оставить. Ну, эта команда именно такая позитивная, то есть Луни такой позитивный, этот Лазер Чикен тоже такой интересный оказался. Ну, видишь, он зевает уже, кстати, он зевает, а у них еще такой, на самом деле, ранний вечер. Ну, в принципе, у них еще такой ранний-ранний вечер. И, ну, мне кажется, там сказывается какая-то климатизация, на самом деле, потому что я не думаю, что они прилетели, там, например, там, 4 дня назад. Потому что это, ну, это редко такая турнирная практика, когда... точнее, это стандартная практика. Даже это не стандартная практика для профессионального спорта, когда там футбол или хоккей команды приезжают. Они иногда приезжают прямо вот за день, да. То есть, и, ну, люди, которые постоянно перелеты, там, знаешь, когда футбольные там, команды, они летают туда-сюда, это уже у тебя организм просто, он как будто... Он у тебя находится вообще уже, знаешь, там, такой... То есть, это уже... привычка и подготовка, когда... Ну, мне кажется, что на любые футбольные, да, на любые ультракрупные чемпионаты все прилетают заранее. Ну, естественно, там, когда идет Олимпиада, там создают там олимпийская деревня, где приезжают, они там еще тренируются, там несколько, там пару недель, там недель, да, это понятно все. Вот, но здесь, мне кажется, то есть, ну, судя даже по другим турнирам, то есть, и из того, что я знаю, они в последний день, прямо, ну, там такой, ну, знаешь, вот, там за день приезжаешь, ты еще, у тебя режим сбитый, там климат другой, там, ну, сейчас, например, в Крыму, хотя, если он сейчас живет в Крыму тепло, ну, допустим, знаешь, сейчас с Питера приезжаешь, там, в Калифорнию, там, теплее, часовой пояс отличается, я не знаю, часов на... Ну, это, опять же, Лагуна, надо спросить, за сколько они приехали. Часов на 12, наверное, часовой пояс отличается, то есть ты приезжаешь, тебе вроде надо
спать, непонятно все потом. А у тебя, например, если день есть, тебе нужно за день режим, знаешь, ну просто взять режим за день изменить, нужно заставить себя идти ночью спать, а ты, ну, просыпаешься. Ну, знаешь, это все вот так вот все. Хорошо, ладно, друзья. В сторону флут, посмотрим, что будет. Сетапы никто не изменил, у нас три шамана никто не вышел. Что? Знаешь, у меня такое чувство, что проигравшая команда выбирает арену, но не может... арена не может дублироваться. Может быть, да. Вот у меня то есть она не может выбрать одну и ту же арену. То есть я не видел одну и ту же арену. Да, странно. Может быть такое, да. Может это было такое дополнительное. На грант никто не выбирал. То есть получается, что BO5, если идет 5 игр, то выбираются может. Все арены. Хотя получается арена сколько? Да, может быть. Хорошо, посмотрим, когда... Оп, вот он как. Как он вообще дал? Непонятно. Dragon Breeze вообще на всех. Ну, ничего страшного от этого не произошло. Ливину уже начинают отламывать куски от его... Очень больно, кстати, знаешь, вот тут как-то прям играет... Ну, знаешь, это Мункин и Варлок, они магов любят. Здесь нет, знаешь, здесь... И по Лагуне, кстати, тоже неплохо, но это скорее Выхилис, хотя... По Лагуне более чем неплохо, Фира еще, Драгон Брис неплохо, очень неприятный, но здесь он тренканул, чтобы фернуть. А Луни после тринки-то фулл циклони, я даже не видел, что он тренканул. Мне кажется, это нормально, ты уже дэмэдж закончился, все-таки у шаттера дэмэдж не бесконечный. Да. А почему здесь заходит большой дэмэдж от Мункина и от Варлока по шаттеру? Потому что ШП, да, он фиряет, он сайленсит, но это не вар, который вот он, знаешь, если он грызет тебя, то есть вар стопает именно дэмэдж, когда он сидит на варлоке или там на Мункине, намного сильнее, чем ШП. Ну, ШП на лагуне, и все в контроле. Все в контроле, но... Это контроль дипфриз какой-то был, а не дэмэдж дипфриз. Да, то есть, но из этого пока ничего-то, то есть... Разменялись, они именно разменялись контролями, но пока ничего из этого такого не произошло. Если, кстати, я не понимаю, вот если магу Fire, магу Defreeze нечего нажать, почему он не спамит Lance туда? То есть, ну, совсем ли это плохо? Угу. То есть, мне кажется, ну, лучше, чем ничего, наверное. Я конечно, не уверен в этом, но я видел Fire маги, которые спамили Lance, и вроде бы нормально. То есть, кстати, хороший контроль, кросс-контроль заходит, прям именно хороший по Dragon Roar, четкий по таймингу. Ну, Лейзер Чикен на Барскине, разумеется, в принципе, неплохо все это пережил. Да, он переживает. Вар дается, кстати, по Ливину сейчас может быть очень больно, но... Странно, что, кстати, вот сейчас Ринд, да, он тринкет потерял, потому что эфир небольшой получил, потому что там именно опасная ситуация была. Но сейчас как посмотрим, как у Лейзер Чикена пойдет. Опа, как зашло неплохо. Это именно Старострушек ретонул, если не ошибаюсь, не уверен даже в этом, что именно и это был взорванный гриб, который выхилил Ливина на фулл хп. Я смотрю, что, несмотря на то, что дэмэдж заходит большой в целом от вот этого LSD2, но Ринд по мане себя как-то чувствует крайне комфортно. Ну, я тебе скажу, что сейчас друиды как-то себя чувствуют ну, вообще нереально. Ну, подожди, с другой стороны, хорошо, но с другой стороны, у Телби с маной гейт. Он, кстати, идет в суперфулл по лазерчикину без броскина, но сыграл он как-то в соло. А импакт, я не видел, был ли комбуст, его сняли, что ли, сразу? То есть, обычно суперфулы, то есть, комбуст это именно такая обязательная вещь, потому что... Ну, комбуст это идет по криту, то есть, именно по криту, то есть, ты по криту кидаешь уже комбуст, если я не ошибаюсь. То есть, ты должен повесить фаербомбу, ты должен там кинуть пиробласт. И, кстати, по Лагуне сейчас неплохо, но я думаю, что Лагуна все это переживет, по идее. Mm-hmm. Да, вроде Лагуна переживает, хоть и Луни стоит в контроле. Кстати, Луни отдает хилтайт большой, достаточно спорный хилтайт, но такой уверенный, но спорный. То есть, мог бы его не нажимать. Хотя, да, у Лагуны, видимо, пэт пропал, и не было Слоулинка, из-за этого нажал хилтайт. Ну да, без Слоулинка, без шатра, против шатра там очень как-то все печально и плохо. То есть, ну, смотри, чтобы дать комбуст, я уверен в этом на 100%, то есть надо критануть пиробластом перед этим. Mm-hmm. То есть именно пиробласт должен критануть. Если у тебя пиробласт критует, с него вешается, ну, такая, так сказать, пьяная дота, которая, ну, комбуст как-то усиляет доты или там собирает со всех дотов, типа, дэмэджа, сколько... Ну, там, да, в общем, я знаю, что это Кани, это неотъемлемая часть. А лазерщикина начинает разгрызать, и, знаешь, вот такое ШВ. Ощущение, ШВ, что... ШВ лазерщикина работает, и... ШВ, да, но как-то вот... Я на самом деле не вижу, вот... Арена, да, они по мане, они немножко, конечно, Ринди, они просадили, но... Я как-то не вижу какого-то такого, знаешь, вот именно... Хотя, я, знаешь, я пытаюсь найти какую-то вот логику и вот к чему ведет то, что сейчас происходит, да, от команды Bridge Bones, то есть к чему они ведут. Я все время, знаешь, вот как-то забываю, что это LSD2, и они ведут к тому, что просто не умереть и перейти на проценты
где шаттер начнет себя, мне кажется, некомфортно чувствовать. Где линд, между делом неплохо по мане начал сливаться. В то время как у Луни ману... Там, в принципе, каждый раз, когда Лазерчикен будет запускать Starfall, если не ошибаюсь, Starfall это каст, как он типа называется. Типа Лазерчикен неплохо заходит, он просто... В теории может, да. Луни до сих пор находится в полном циклоне. И, ну, знаешь, вот тоже, знаешь, он выходит, там, например, Лагуна... Лагуна ферияет, Лазерчикен там тоже что-то может там подбежать, он даже может блинкнуться в кого-то и взять застанить, потом зациклонить, он может прям циклон начать кастить, и вроде еще и циклон нужно будет закрывать, то есть нужно все сразу одновременно по всем, и сейчас Ринде придется захиливать, хотя мне кажется, что он ману особо не потеряет, он сейчас энергию еще поднял, даже себя он, хотя нет, Блума он уже перекинул, кстати, на мага, и правильно, потому что маг, хотя, знаешь, как грызанул его, видел в конце, а нет, это он ансейбл снял и... Ну, отпивается, да, то есть пока шаттер развлекает, как обычно, друид пьет, сколько хочет. Друид пьет, да, ну, будет пытаться, знаешь, но с другой стороны, вот сейчас уже начинает стакаться минус хил, уже минус 4% хила, уже это пошло дело. И Луни, мне кажется, не знаю, будет ли он как-то вот, нет особо, знаешь... Промахивается фером, кстати, между делом по Луни, ЖБ. Ну, бывает такое, знаешь, как бы... Ну, это неприятно, но не страшно. В принципе, да, это, мне кажется, не особо критично. Для шаттера это сейчас, может быть критично. Хотя Ливин сейчас, знаешь, так вот... Опа. Так, сейчас будем разбираться. Я не знаю, что это такое. Сейчас попробую понять, что произошло. Сейчас, секундочку, друзья. Такое иногда бывает. Ну, точнее, не бывает, то есть просто что-то произошло. Сейчас посмотрим, получится ли у меня. Так, сейчас я настрою быстренько все, что нужно. Мы ничего не... Сейчас, секунду, друзья. Раз, два, три. Все, картинка вернул. В общем, просто как, ну, просто баги. Да, какая-то ошибка выскочила. Так, сейчас, секундочку, перезагружу последний раз. Все, смотрим в прямом эфире. Ничего, в принципе, не произошло такого, только разве что прямо сейчас Лазерчикен запустил неплохой АУЕ по всем, и друиду придется потратить крайне много маны на это. Быть может, даже сейчас ведется все к тому, что, конечно, просадка настолько сильная. Если Транквилл сейчас есть. Да, если Транквилл с проком... Хотя не, видишь... Транквилл с прока дать, но он бы дал уже, наверное. Пытался циклон дать, и смотри, и прямо на себя даже использует его. Даже, точнее, под соляром он выбежал из соляра, кстати, поймал. У меня такое ощущение, что он даже рут поймал. Хотя троевые стрелы, друид всегда может из соляра выйти. Я тебе сейчас скажу, что я смотрю, сколько за друидами, они очень сильно хилят, просто очень, по-моему, раньше они так не хилили. Друид вообще сам по себе, он именно скалируется, именно в Пандаре, то есть еще Мухоморов там давным-давно говорил, то есть, что друид проскалируется крайне сильно со шмотом, и, в принципе, это да, это логично, что хилят они хорошо, то есть чувствуют они вообще себя комфортно. Вообще, друиды... Ну, разве что, исключая катаклизм, ввиду рок, именно в первую очередь ввиду рок, точнее, ввиду неадекватной ПВЕшки, но друиды всегда себя хорошо чувствовали во всех последних сезонах, когда, знаешь, вот именно максимально уже айтем-левел шмоты. То есть друид просто сам по себе, он всегда эскалируется неплохо, ну, суть про рестора. Выравнивает ситуацию, на самом деле, команда Bleach Bones, и чем дальше стакается минус хил, тем... Каждый раз вот этот вот АУЕ, который падает сейчас на всех, его пытаются лосить прям с этой стороны, раскидывает перышки, чтобы, знаешь, вся команда начала двигаться быстро и пыталась убежать вот просто из-под этого банально огня, который выдает сейчас уже Лазерчикен. И, кстати, бежит, ну куда он бежит? Ну, если он побежал на фир, да, большая мисс коммуникация, может, побежал на фир, но он в итоге он до него не добежал. Да, он даже его и не дает. Ну и да. В итоге вроде дал, но как-то мимо, что ли. Ну, знаешь, мне вот кажется, что как-то вот, хотя сейчас партизан пошел, ну, вроде есть Лазерчик, я думаю, он даже выхилится. Вроде под контролем, все, Транквилл он даже сдает. Даже очень хороший Транквилл он сдает. Транквилл Лагуна, на Лагуну даже еще застакал три ходки, они хорошо зайдут. Учитывая, что как раз еще Луни получил полный циклон. Сколько ни смотришь, Луни он всегда в контроле. Да, он там стоит в этом, в третьем. Чувствую, что у него нет со своей командой коммуникации, то есть шаману обязательно нужна коммуникация и говорить. И шаман сейчас по Лазерчикену болен, ведь Барскина нету, и, ну, видимо, не так. Ну, там все тринкеты есть, и тринкеты, шаринг, тотем есть, то есть довольно-таки много возможностей есть захилить это все. Давайте будем ждать, когда у Лазерчикена появится новый звездопад, и мне кажется, что сейчас, знаешь, вот еще, учитывая, что, знаешь, каждый звездопад, если не ошибаюсь, прибавляется по процентов, наверное, 7-8, может, даже больше минус хила. И сейчас, кстати, неприятная ситуация. Дизарм на Лазерчикена нужен, кстати, может давать что угодно, но... Там ШВ улетает и выхилится. Да, а Луни... А вот он где-то там стоит в контроле.
С этим разворотом, ну, да, мини-разворот. Ну, так, я думаю. Хотя, ну... Не, хотя да. Вот это вот неприятно. Если импакт еще, например, зайдет сверху. Знаешь, такой вот есть всегда... Не будет. Нет, все, знаешь, еще коварный всегда есть импакт. Да, который... да, это очень коварный. Он именно коварный. То есть вот вроде все, ты уже хилишь, там профыкал, все, и потом тебе... Просто время после тебя... Я думаю, у Фростмага был импакт. Вот это была жесть. Итак, пошел... в общем, блок сразу. Уже подряд был. Да, сразу. Звездопад... Не стал рисковать. Все, здесь уже Ринд уже, по факту, он уже не отопьет ману. Мне, я почти уверен в этом, я практически уверен. Транквил, хотя сейчас Транквил, на Транквиле, вот на Транквил он может поменять много. И сейчас посмотрим на Сенсори. Сейчас Сенсори, мне кажется, заведут, хотя три Блума, три Транквилки. Видишь, как ХП у него летит? Прям так тикает, тикнуло и ушло. А вот у Ливина проблемы, потому что гипотермия до сих пор висит. Дэмэдж на него идет, Блумы на него перекинуты. Реджувка есть, альтертайм поюзал, он вернулся сразу. Альтертайм, очень хороший, кстати, альтертайм, то есть он 100 тысяч хп отдал. Ну, то есть на 100 тысяч хп, ага. В таком хп, когда надо друиду хилить. И Сасори, по-моему, даже Сасори пробки тринкет, но, по-моему, он... Хотя, знаешь, даже я даже не знаю, что он... Да, он дисперсию, просто дисперсию нужно найти. Ливина блок! Скорее... Есть блок. Почти, было близко. Кстати, прок. У него прок, смотри, пассив, у него пассивка прокнула. Видишь, хп, ну, у него хп поднимается. Точнее, там, он сейчас отниматься по идее насчет. Или, я не знаю. Нет, это не то. Или... Это пиробласт прокнул. Ага, понятно. То есть, по-моему, эта пассивка берется вместо чего-то другого. Она берется, да, вроде вместо чего-то важного причем. У Сесори, в общем, ну, это все. То есть, здесь как бы... Знаете, а, уже звездопад пошел. Да, и... здесь это практически все, потому что у Луни до сих пор Луни сохранил тринкет. Но... Да, у Ливина уже нет блока, вообще никакого блока. Это именно агония, и команда Bleach Bone становится на один шаг ближе к полуфиналу. Да. Радуется. А полуфинал это минимум. Полуфинал это минимум 4 место. Это уже 20 тысяч долларов. Да, это уже круто. Тут не поспорить. Это уже давай, он показывает damage done. Интересно, что он показал. Не знаю, мне кажется почему-то, что Шаттер с Фростмагом чувствовал бы себя комфортнее тут. Там как-то там поопаснее. Ну я тебе точно скажу, что у этих ребят точно опыта не хватает. Мне кажется, что ноулайферы, они могли бы что-то показать, даже они могли бы, мне кажется, достаточно легко выиграть. Хотя, ну, трудно сказать. Не, ну, легко не, сложно. Ну, не легко, потому что все-таки это LSD2, и... Но все-таки, как я смотрю, коммуникация между LSD2 очень слабая. То есть, то ли Луни не говорит, что надо закрыть, то есть шаман, он обязан говорить то, что надо закрыть. То есть, например, он стоит в дефризе, и он говорит, ребята, прямо сейчас закрываем шип. Вот просто вот он обязан именно это сказать, прямо сейчас закрываем шип. То есть... Он заранее дает говорить то, что надо сделать. То есть, ты, например, говоришь то, что надо сделать, например, дается. Ну, не обязательно пойти фризу или там, говорит, обязательно закрыть циклон. То есть получается, что если ты сказал закрыть циклон, и его тебе закрыли, то ты уже в нем не стоишь. А если ты промолчал и тебе дали циклон, и, ну, то есть ты не сказал об этом, то есть, ну, то, что ты видишь, что, ну, ты стоишь в контроле, если у тебя нет тринкета, то ты обязан смотреть, кто тебя идет еще контролить, учитывая, что это все-таки шаттер. То есть, ну, это совершенно меняется игра, то есть, именно совершенно меняется. И мне кажется, что такого в лагунной команде... Лагуна справляется с задачей. Живем, просто живем. Угу. Потом, знаешь, вообще вот какие-то сетапы, скажем, допустим, вот какие-то сетапы вообще вот с этим, с минус-хилом таким ранним, они сильно преображаются. Ну, в целом, да. То есть, до него дожить, в принципе, несложно. В принципе, он довольно быстро начинается, и с ним как-то вот просто переворачивается. Сначала шаттер, знаешь, шаттер может что-то делать, пока они не бегают на 10% хп все. Ну, я тебе скажу так, что, мне кажется, ни паладин, ни прист, да даже, скорее всего, шаман не сможет так выхиливать, как друид это выхиливает. А мы на турнирах и паладинов, и пристов и не видим. Ну, нет, да, это паладин, прист, это я так, как пример, то есть шаманы, ну, да, есть. Да, то есть шаманы, есть монк один. А, вот Монг, да, вот. Но можно будет проще. Монг уехал, но... Он потом, знаешь, мне кажется, что у него потом проблема именно у Монга, то есть он уехал, выхиливает, но потом быстрые, ну, он какие-то бурсты потом начинает, перестает их выхиливать. Вот именно такие, знаешь, вот фулловые, когда фуллы вот где-то там, знаешь, в районе 40%, мне кажется, Монг просто не... Даже, ну, ты видел сферу. Не, я тебе скажу, что это в одну цель, а в разные цели как-то вот я просто не до конца знаю, чем Монки там, ну, прям конкретно, что он нажимает, чтобы хилить. То есть я догадываюсь, но. То есть я не знаю конкретных кнопок, потому что я сам не играл хил Монком.
Но Хилмонг, это я видел, ну, на своих глазах, что он выхиливает нереальное количество АОЕ дэмэджа. Именно АОЕ дэмэдж. То есть таргет дэмэдж, я бы не сказал, что он так прям круто выхиливает. Хотя вот эти сферки, если спамить, там, я слышал, там со скриптами есть сферки, то есть да, по таргет. То есть, ну, если не учитывать это, то мне кажется, с выхиливанием соло таргета. Не то, что проблемы, но есть некоторые... Кстати, смотри, момент такой, помнишь, ты говорил, что фростжаб, он, в принципе, как дип. Ну, а вот в случае с Мункином? В случае с друидом нет, да. То есть это вообще... А он его здесь, по-моему, не брал. Или... Хотя он по варлоку может будет его подкидывать. Так крадется в инвизе. Крадется он. Посмотрим, может быть, что-нибудь со старта. Ну, точнее, как показало... Ух ты, там смотри, как они в друиды пошли. Это так, типа, под напрокол, наверное. Подкусить. Ну, почему бы нет. И потом закинули в конце циклон, Шиду Фьюри. Ну, сейчас игра такая идет, что им надо просто дамажить. То есть, неважно, какую цель. Им дамажить, бегать. Ну, естественно, если они не будут дамажить, Шадр просто их возьмет и убьет. Потому что Шадр такого, а что нам делать тогда? Это неплохо, сейчас контролируют по Ливину, и блок будет. Ранний блок, кстати, да. То есть... Я не думаю, что сильно он поменяет эту игру сейчас. И опять рано выходит с блока. Если у Ринда, в принципе, все будет нормально, мне кажется, они сейчас просто спокойно отойдут. Хотя, знаешь, тут как-то Лазерчикин он там грызет, он бегает, в общем. О, кстати, без дезориента Лазерчикин играет, он с баш взял. Потому что ему не вариант, да, дезориент. Ну, опять проблема сейчас. Я не знаю, это именно с потоком, который мне дают, с ним какие-то проблемы сейчас, друзья. Это я быстро фиксанул. Мне кажется, с дезориентом, ну, им есть смысл сбивать каст по АУЕ, но все равно в целом, как бы, доты висят на всех, там, АУЕшки и так далее, то есть, трудно реализовать его. То есть, если бы он играл хотя бы там с варом каким-нибудь, там, Мункин вар, который сейчас не сильно распространены, то тогда, я думаю, что... Ну, да, смысл дезориент. Когда Мункин сам контролируется... Здесь... Дезориент дается для того, чтобы ты... Залетел пачку пацанов, дал дезориент, и тебе никто не мешал дать склон. Ну, в принципе, да. В целом. Так и есть. А здесь, учитывая, что... Ну, есть Shadow Fury, да, Shadow Fury, Лагуна Shadow Fury играет. Ну, Димишек есть, но он так, то есть это... Shadow Fury редко в троих попадает. То есть, особенно, когда ты Wizard играешь на Wizard, там это не такая уж какая-то, знаешь, постоянность. Сейчас какой-то на склон по луне зашел, я не понял. Ну, знаешь, я уже заметил, что именно все, абсолютно все старосуржи, вот практически все старосуржи Лазерчикин, если у него есть возможность, он их отдает именно в Ринда. Интересно, почему так? Кстати, сейчас неприятный дисбаланс стейбла, но... Нет, я думал, если, знаешь, когда Unstable снимаешь, там у тебя Silence, потом тебе дают Fury, наверх все раскидывают заново, за это время кого-нибудь еще поддамагивают. Лагуна в циклоне, но ничего не происходит, такое вот... Как-то это было бы неприятно, потому что ходит. Я скажу на этой арене, то, что сейчас делает Шаттер, они, в принципе, они ничего не делают. То есть у них не получается разыграть какую-то такую опасную ситуацию, и ЛСД-2 себя настолько комфортно чувствует сейчас, насколько это вообще, в принципе, может быть. Это то есть, сейчас просто все идет к тому, что, учитывая даже не принимаю во внимание то, что как-то они сейчас их вообще давят, я скажу, даже до минус хила. Ничего, функции очень хорошая от Лазерчикина зашел. Да, но Лазерчикин бегает фея, Луни его не снял, не знаю почему, то есть, хотя, мне кажется, возможность такая могла быть. И они как-то, может быть, решили... Хороший блок может даже уйти. Слушай, такое ощущение, что как-то, знаешь, какая-то минус мораль у Playing Good Fire команды, то есть они немножко, ну, как-то, знаешь, вот сдали немножко. Может, они не готовы просто с ЛСД-2 играть? Не готовился, ну а до этого уже они играли, они держались нормально, они что-то пытались, сделали и просаживали, а потом просто они сдулись, когда был минус хил, а сейчас как-то сразу они просто не идет. Сейчас будет, что такое, это был именно, я видел, что я ничего не делал, это по всей видимости. Так, они сидят слева и... Мне кажется, что это какая-то техническая была, потому что Ви сразу подошел, не знаю, засчитает ли это как победу, но учитывая, что они так вроде, знаешь, я сложно даже сказать, то есть вот по эмоциям игроков, потому что он именно в АФК стоял. Ну, в принципе, да, трудно понять вообще. Зря нет возможности у меня послушать их сейчас, потому что я их звук даже при желании включить не могу, но разве что если зайти на английскую трансляцию непосредственно на нее. Ну, я думаю, это будет понятно по счету, который... будет на следующей арене. Ну да. То есть что-то произошло с Престовым. Ну, может и с Перси у него 100% была. Может, он просто обиделся и сказал, все. Я устал, я ухожу. Вряд ли.
У него еще была мана, была еще дисперсия, можно было еще побороться, пободаться. А может быть он действительно устал с ЛСД, то есть он смотрел как надо. Ну то есть, ну лайферы, мне кажется, они, ну, они уже слишком много переиграли со всякими, ну, такими двумя шаманами там. Ну, не знаю, как они все, они прошли через все действия. Да, то есть они видели уже много чего, особенно лайфер, он там играл вообще в миллиарде сетапов. То есть, знаешь, с другой стороны, опять же, крайне а переигровка здесь будет несправедливой. Значит, нет, как бы, знаешь, когда техническая проблема на таком турнире, то вообще-то как бы претензии идут к организаторам. То есть к ESL идут сразу претензии, а почему так? Потому что... Не могу просто Alt F4 нажать и такой, ребята, что такое? А не, у них всегда должен быть, то есть на всех таких турнирах всегда должен сидеть человек, который за ним, и он должен смотреть. То есть, знаешь... Ну а как он поймет, нажал он на Alt F4 или не нажал? Ну, то есть он не может за всеми тремя смотреть, то есть нажал Alt F4 и все. То есть он же не смотрит, какие он кнопки нажимает. Сложно сказать, ну не знаю, а что если там, например, стоит просто записывающий логер, то есть он может посмотреть там последние, ну, комбинации. Ну, это уже... То есть это не так сложно поставить на такой комп, знаешь, то есть программу, которая просто пишет нажатие всех клавиш, ну а почему бы нет? Mm-hmm. Просто раньше я помню, когда были турниры по Warcraft 3, еще очень давно, когда Warcraft 3, это очень давно было, практиковалось, когда, знаешь, еще такие клубы, ну, знаешь, такой киберспорт, тогда он был такой, там такой, это был зачаток, то есть еще, это еще до второго Старкрафта. Сейчас, кстати, на той же арене они играют. То есть они играют же на этой же арене, по всей видимости, не было засчитано. К сожалению, точную информацию из первых источников мы получить не можем, потому что я их не слышу. Счет 0-0 это счет, скорее всего, 1-0, да. И еще одну единичку не добавили, да. Но все равно неприятно, знаешь, тоже. Они очень комфортно провели старт. Очень, это был невероятно комфортный старт, и уже практически процент, они вот-вот-вот-вот, они бы уже начались. И здесь нужна 5, знаешь, вот когда тебе мне нужна... Мне кажется, все равно бы шаттер вытянул бы это, без особых проблем. Вытянул? Да, я думаю. Нет, они вытянули, ну, они не вытянули, они приблизились бы к точке, которую, знаешь, вот к точке, которая плохая. А, и по Ливину, сейчас отлично, сейчас будет блок, потому что Ринди фулл циклоне, я думаю, что... Ну, не факт. Хотя, взял и хилинг тач сделал, еще один циклон. Вроде до конца не могу понять, там хилка была, стоит? И хилка была проюзана. На центре стоит, что ли? То есть он на центре стоял и хилинг-тачку ставил? По всей видимости. Нет, все-таки блок он не жмет. Циклон сейчас на Ливине, в Барскин. В теории, ну, учитывая, что у Ливина и у Сестори уже нет тринкетов. Ну, то есть опять, старт, в принципе, такой. Старт комфортный, транквил, был сдан быстро на 100 колонны. Хилки на все. Я значительно нажал лапку такую. Ну, то есть ее, видимо, изменили. Да я еще помню, еще когда я играл, то есть ее и Restore Druid нажимали. То есть я до конца не понимал, зачем, потому что она давала именно дэмэдж. А сейчас ее на хилами нажмут. То есть что она дает хилеру. Ну, да, ну, увеличить под хил сразу все. То есть нет, она просто... Смотри, нет, посмотри, опять вот арена идет. Как пилят мага, то есть... Что... Определенно, вот с первой арены, которая была на гранде, что-то реально изменилось. Потому что мага просто пилит. Его пилит, его дамажит. В игру подключил лазерчик, мне кажется, стало интереснее циклонить. Как-то вот... Ну зачем нам? Убейте, не надо показывать. Покажите, что там происходит. Не видно же ничего. Все, видно. Ливен... Блок. Ох, да, несмотря на хилку. Ну, хилки бы не хватило. Своей. Выходит из него, блумки висят, хотя можно было, знаешь, мне кажется, немножко еще посидеть, но тогда, если бы он еще посидел, блока, тогда... Ну, кстати, 3 секунды иммуна, насколько я вижу. Да, может быть, это уже это глиф, если я не ошибаюсь, да? А, да, это глиф. В принципе, это хороший глиф против многих стабов. То есть я думаю, что это мьюзу для того, чтобы выходить из блока и сразу что-то делать, и пойти понаглеть. И контратаковать, так сказать. Ну да, ну или просто выйти, знаешь, если ты сидишь в блоке 10 просто секунд. Если плохо заходит, он там. Да, если ты сидишь в блоке 10 секунд, а твоего пристава в этот момент просто там долбят, кстати, переставляет лагуна уже сразу сейчас портал. Видимо, хотя выбрал, знаешь, такую позицию получше, потому что обычно первый портал он такой, знаешь, ставится просто ставится, чтобы поставить. То есть потом ты можешь уже примерить чем-нибудь такое именно поинтереснее, когда ты можешь максимально перелететь именно. И чтобы портал, он должен находиться максимально близко к лосу, то есть ты должен протонуться, сделать пару шагов и уже оказаться в лосе от того, что тебя в теории может преследовать сзади. Ну, это смысл портала. Я замечаю, что лагуне не получается дотать Риндиану. Риндиану? Да, на нем очень редко доты лагуны появляются. То есть как-то не получается, видимо... Мне кажется, что Риндиану пытается держать, он очень... Да, такую, то есть... Он дистанцию держит. То есть он просто бегает, он старается не подставляться. Смотри, кстати, его фернуло.
Его фернуло, и Shadow Fury неприятный, циклон. Циклон отличнейший просто. Да, сейчас история, там, учитывая, что на нем прямо сейчас блумки висят, ну хотя режим... И они еще и спали, кстати, между делом. Да, они спали, кстати, и не взорвались. И сейчас, вот просто прямо сейчас, если зайдет еще звездопад от Лейзер Чикена, который, кстати... Лейзер Чикена сейчас больно, вот он вроде... но Барскин. Да, вот, он, Барскин. Вот вроде что-то с ним, ну, как-то... Барскин слишком сильно обидел. Фаермаг, такое ощущение, что он как-то, ну, не заходит он вот против такого сетапа. Просто не заходит. Ну, Барскин просто именно очень сильная билка, которая, ну, тебе дали дипфриз, ты нажал Барскин, ну... Я не знаю точно, как часто может Фаермаг, вот именно как часто он может делать дэмэдж вообще. Ну, в теории он просто, да, ну, по-другому ему проблематично давать, на самом деле, дипфриз. Именно проблематично, я бы сказал, даже очень проблематично, потому что ему надо дать нолу, и по ноле дать дипфриз, а после нолу, как бы, когда идет... То есть, смотри, опасный, вот сейчас как раз идет опасный звездопад, второй блок. Второй, по идее. Да, это второй блок. Cold Snap точно не отошел. Ну, еще где-то минута точно есть. Угу. И команда крайне, крайне неприятно вся просажена. Фир еще небольшой посет истории. Ринди захилил себя, Транквилл... Транквилл задел, ну, немножко задел только Ливина. Ну, Ливина задержали очень хорошо. Его сейчас именно можно попробовать бурстануть. Его просто, да, он его... именно, он вообще не боится ничего, то есть он такое чувство, что у него сейчас еще 10 блоков есть, то есть, ну, как бы стоит на центре. Вот, то есть он даже... Ну, у Ринди все же есть тринки, то есть он как бы, ну... Ну, видимо, тоже... Ринди говорит, что, типа, все окей, и поэтому... Но он, блин, знаешь, он понимает, что, как бы, если он сейчас отойдет, а что изменится? Ну, отошел ты... Ох, хотя сейчас звездопад, что ли, падал, мне показалось, потому что... Или это Старфол ударил, да, Старфол, скорее всего, ударил. Ринди понимает, хорошо, Ринди, да, сейчас отойдешь, я тебя выехали, хорошо, ты потом выйдешь. Ты получишь в лицо новый звездопад. Не, просто к тому, что если он стоит на 30%, он может умереть прямо на месте. Ты сейчас разогнал. Он неплохо сейчас заходит, и он там пронагрел лагуну. В теории банишит он, кстати, Пэта только зачем? Он, скорее всего, Финда? Финда вот этого, видишь? А, ну, Финду, да, Финду. Ну, в принципе, есть смысл, да. Ну, либо вот этого Финду, который в Феррари останавливает. Ну, скорее всего, маленький. Маленькая же, это демон, да? Да. Ну что, Лазер Чикен. Вот, а кстати, все. Минус хил уже пошел. Правда, сейчас огрызается шаттер, но мне кажется, знаешь, такая последняя сила воли. Они просто что-то собрали в кулак, знаешь, по крупицам, что у них оставалось. И пробуют они как-то вмешаться и изменить вообще ход происходящего, потому что сейчас каждые минуты, и они начинают проигрывать. Каждую минуту для них это минус вообще какой-либо шанс на победу, потому что следующие звездопады, как мы это уже видели, они начинают все хуже отхиливать. И очередной... Не, кстати, сейчас пристал шел, да, я думал, сейчас опять наш Ринди, он улетит, но Ринди далеко стоит. Ну, все-таки в друида... Все-таки друиды держат именно, мне кажется, до 25%, а вот после как-то начинается уже проблематичнее. Но это из-за того, что друиду кастить надо намного меньше. То есть, например, шамана, чтобы все это выхиливать, именно надо пытаться кастить, а здесь в целом, то есть не напрягаясь достаточно. Кстати, Лазер Чикен очень больно просадили, между делом нам даже это не показали. Но Барскин, знаешь, он вроде, то есть это сейчас показывает Лазер Чикен, он там проходил себя, Барскин нажал, хилинг тач дает. Но смотри, как он сам себя хилит. Ну, на самом деле. Эршилд, да, Эршилд. Нет, Эршилд вообще не хилит, забудь, что Эршилд хилит, это просто дает плюс хил. Кстати, в Ливина между делом, да, блок так просадили. Это, кстати, блок с колдснапа. Да, это сейчас блока долго не будет. Только мне кажется, что именно, хотя... Вот таймер никакого не висит, сложно. Я почти уверен, что это блок, которого не будет 3 минуты. Угу. То есть, учитывая, что он тогда с колдснапа нажал... Ну, сейчас блок. Немножко, знаешь, вот, наверное, стоит немножко осторожно поиграть сейчас команде Лагуна, потому что все же, знаешь, тринки-то на Луне нет, но это всегда такое, знаешь... Пиробласты могут тоже распробоваться. Неплохой Транквилл, хотя нет. По-моему, не подожди, нет, было. Транквилл вообще ужасный, да. Я посмотрел, что он смог его прокастить, но он, в принципе, ни в кого не попал, ход у него. Сейчас у Ливина ему могут быть большие проблемы. У него большие могут быть проблемы, если сейчас фулфир зайдет по Ринде. Нет, ну вот этот крайне неприятный Драгон Брис. Знаешь, оставил Драгон Брис, а потом еще улетел. То есть он еще, кстати, без пома играет. Не вернулся. А без пома. Кстати, даже знаешь, вот без пома он играет, учитывая, что ему и так сложно дать. Дипфриз Лазер Чикена, но ему сложно дать его очень. Ну, я тебе могу сразу сказать, он с дипфриза, точнее, с этого, с заезда этого, он забегает, грубо говоря, как с блинка, дает новую, дает по всем Dragon Breeze, и, ну, как он делает именно, и дает по одной из таргетов, которые в нове Dragon Breeze, он дает по ней
Deep, и в то время по всем этим чувакам. Смотри, даже Slash Chicken заходит импакт, слишком большой. Ну сейчас все КД будет нажимать. Луни кликует, все полностью. Сейчас я нажал, ну... Все нажал, там сразу там Last End был, вообще все. Сайленс на Луне, есть ли демеш вообще какой-то? Такое ощущение, что Майндблав, вот Майндблав. Нет, он тебя реджувками заспамил, просто вот он нажал плюс хил и заспамил тебя реджувками. И выхилил, да, знаешь меня? Да, заспамленный реджувками очень сильно хилит. То есть, не знаю, как сейчас, но вообще, я себе на Феррари тоже когда так играл, то есть, именно просто, ну, выходишь и спамишь себя, одну кнопку спамишь, ее спамишь, потому что реджувка, когда кидаешь, она тебе сразу подхиливает на чуть-чуть, и даже не на чуть-чуть, по-моему, как будто она один раз тикнула, и потом, типа, спамишь, и самое смешное, когда ты ее перевешиваешь, то есть, тики, как, например, раз-две или раз-2,5 секунды, которые идут от реджувки, то есть, они, не сбиваются, то есть, ты... На третью реджувку у тебя такой, грубо говоря, дабл-тик хилки идет, и это очень серьезная тема. Ну, знаешь, с другой стороны, в этой игре Ринди как-то так по мане, он интересно держится. Мне кажется, тут даже скорее не сильно такая проблема в мане, что я думаю, что рано или поздно, то есть ему не хватит ХПС, чтобы выхилить. Угу. Силы Чикин большой проблемы, ничего нет, он протонулся и хилится. Ну, вот он хилится. Бежит шипы, пытается шипы бежать. И, кстати, шипы ты можешь убить его, если у шипы все есть, он сейчас может фернуть его, замедлил. Фернул неплохо, и Барскин. Может, через Барскина ШВД пошло, сейчас будет фармить ШВД. Отличнейший баш, но, кстати, да, шарт-атем сразу. Неплохо. Только не было, зачем он выбежал с него сразу, все-таки минус хил. Да, минус 10% уже дает. Да, даже скорее, чтобы Лагуну туда зашел, чтобы у Луни еще, чтобы еще больше ХВ было. И свич по Луне, у которого тринки-то нет, в Драгон Бризе, ну, сложно. Ну, у Луни нормально уже все, у Риндриана проблемы, у Ливина в целом, ну, хотя бы блок у него... Да их отгоняют просто звездопаты, они все бегут. Они бегут, спасайся, кто может, как будто... Да, они в спину прям работы летит, там улетят. Ох, там полетело. Хотя они как-то не просадили. Не кританула, абсорб, может, зашла. Так вообще, как будто не вошли в граундинг какой-то, которого нету. Неплохой сейчас дабл хир, причем по... Сессори из него тринканулся, Ринди я немножко оббегал, и ну тут уже как бы, знаешь, полномочия фактически, учитывая, что у Луни появился тринкет, несмотря на то, что он слушает и находится. Есть вообще интересно? У Туча, я думаю, что есть. У него хоть диспал долг сейчас был с Сессори. И вот как уход выхиливают под минус 35. Это как-то... Ну, мейнинг не забывай, эта штучка такая приятная, крайне. Ну да, но... То есть ее игнорировать вообще нельзя. Ну тогда стоял вроде в соло, даже мейнинг не летал, так показалось. Угу. Ну, так вот сходу и не скажешь. Ну... Полетели, в общем, смотри, как распроковалось, прям он один, второй, третий, там прям туда, он еще прям может туда мунфайр нажимать. Хотя сделать другим, чтобы у них мана вообще хоть была, я про мункинов, то есть, ну как-то вообще. Ну, магов тоже, кстати, если уж на то. Ну, грубо говоря, если он не спустили, то мана. Да, у Варлока тоже маны нет, знаешь. Не, ну у Варлока на самом деле тапаться. Его можно поймать, да, его можно поймать. Ну, ему тапаться надо. То есть, единственное, у кого есть мана, это ШП. Это единственный из всех магеров, у которого есть мана. То есть, у Энка есть мана. Ну, мана Энка это. У него есть мана, пушить просто потом не может. Ну, это то же самое. Он может дома запружиться. Макс по стиле тоже не может. Нет, он может. Да. Ну, это все равно не то. Это не... Хорошо, но чтобы Энку получить ману, ему нужно бить мили и бежать. Не, я понимаю, но это скорее такой запрет, грубо говоря, на спам пуша. То есть это именно запрет. То есть это как запрет магу на спам с полстила. То есть у тебя есть мана, но она тебе запрещает спамить с полстил. Если ты его не спамишь, ты нажимаешь все, что. Ну, это учти, что Энк нажимает любую хилку, он остается без маны практически сразу. Ну. Нет, по-моему, если он нажимает инстантовую хилку, она бесплатная. У милишных гибридов у них мана... Я знаю, да, но она, по-моему, бесплатная, то есть именно которая с такой прокающей молнией. Да, но ну, это понятно. Ладно, давай вернемся к игре, уже немножко автопнули, а уже минус 45%. Импакт, Драгон Бриз во всех, попытка засейвиться, попытка на самом деле просто убежать. Ринди, мана есть, грипп пытается просто настакать грипп и... Ну, грипп, по-моему, в оверхил только стакается, оверхила тут. Да, оверхила здесь как-то. Ну, хотя все равно даже без оверхила грипп взорвать, почему бы нет. Да, взрывает, по-моему, грипп, ставит новый. Хотя с грибами там как-то по-другому сделали, что там всего лишь один грипп, а не то есть вот все, ситуация, то есть она безвыходная. Есть тринкеты, там есть ШВ даже, там есть барскин.
Умрет любой из них абсолютно без эмоций, здесь не стоит кричать, не стоит удивляться, абсолютно любой таргет может умереть. Да, надо ставить ставки, кто умрет. У Сасори, скорее всего, есть... Я думаю, что у Сасори, скорее всего, есть еще... Я ставлю, что он именно умрет. Я думаю, что Ливен умрет. Я думаю, именно умрет Ливен, потому что у Сасори... Куда же ход, ты кладешь, куда? Подожди, он в циклоне как будто... А, нет. Куда ты ходишь, кладешь? Так вот, на маге. Короче, он на самом деле это все подстроено. Слушай, на самом деле Лагуна так уже усталый. Он устал, да, и три игры подряд. Ну, не подряд, но хотя, да, в принципе, подряд. Да нет, ну почему усталый? В принципе, видно, что для них они не выжимают из себя максимум. Они, ну, грубо говоря, не делают ничего сверхъестественного. То есть, ну, как, например, No Lifer показал, то есть, игру такую резкую. То есть, я в жизни бы не подумал, что так вот просто Шаттер выйдет и просто разорвет дабл шамана. Просто, ну, выйдет и разорвет. То есть, здесь они не показывают такого, то есть, что-то, что их, например, должно было напрягать. То есть, они играют спокойно, уверенно, то есть... Ну, такая ненапряжная именно для них игра получается. Ну, местами напряжная, конечно, все-таки это BlizzCon, но у них еще есть... Интересно будет посмотреть на Blizzed Bones против SkillCup U. Я бы тоже посмотрел. То есть, просто, что там вообще будет? Как там будет развиваться матч? Как там будет реагировать Лавбелла на все, что будет... Вот это интересно будет посмотреть именно за Лавбеллой, потому что... Мне кажется, что Лавбелла большой. Не, понимаешь, то есть... Против некоторых команд шаман в LSD2, ну, это как бы такой брейн АФК, бегаешь, там что-то делаешь, а против Шаттера хиллер просто не может быть брейн АФК в любом стапе. Не, это разумеется, против Шаттера хиллер должен просто быть командиром своей команды. Ну да. Это обязательно. Просто именно против Шаттера, например, ну даже банально сдатый Мосфир, просто в нужное время, если у людей нет тринкетов, то это, ну, если этот массив вдруг не снимается, то все, это конец всего вообще. Ну, или там даже не массив, даже банальный, даже вот просто бланкет, который по магу заходит там на 1.5 секунды, просто бланкет варлока зайдет по магу, и он тебе просто вот этот бланкет, грубо говоря, который, ну, тебе варлок, например, кидает хилку 150 тысяч, просто бьет и кидает тебе хилку 150 тысяч. Что-то типа такого. Потому что, ну... Ну, это такие микро-моменты, которые в Шаттере, они именно очень чувствуются. Знаешь, я уже никак не верю на камбэк. Не, я, в принципе, даже и не рассчитывал на то, что команда Ленинград... Я точно не знал, как, знаешь, если бы это была команда именно No Lifer, я бы предполагал, что... Ну, точнее, я бы не ставил точно, что произойдет. Я спокойно думал, они могут тоже там уйти на 45% минус хилла и... Ох, какая арена еще, причем, знаешь, третья, это, скорее всего, последняя. Так, и что они могут, знаешь, заутласить, потому что на лайфера даже два шамана, ну, не то, что такой стап, но это кажется, стап мне хуже, все кажется, все же он похуже в какой-то степени. Давайте работаем. Все в порядке вроде, сейчас посмотрю, у меня есть ли лада лайфит, в общем, в самом прямом эфире мы находимся. Ну что ж, здесь не полосить, на самом деле, как мы уже заметили, вот то, что сейчас начинает падать, звездопад, звездочки, которые падают, еще там не перестали падать. Я не понимаю, почему так рано подрубает его? Я подожди, вообще они дальше не падают, я не вижу, что его за контроль. Ну, либо ему стан дали. Секунд, стан, сайленс, да, но... С другой стороны тоже, знаешь, вот выбегаешь, знаешь, Шаттер всегда тоже, все такие мага-друиды сетапы. Кстати, по Луне, по ходу, игра начинается, он сразу, видимо, понял это и сразу... То есть руины, и мы играем в Луне, да, но... Вообще, фаермаги... Это логично. Фаермаги могут если хорошо... Если Сушан Бог сейчас заходит, и он рискует, бам, что не тренкует, бам, это... импакт, не, живет, он живет, сайлос, он живет на Лазерчикине. Сейчас он выживет, он еще Драгон... В общем, я не до конца понял, что произошло, но, в принципе, Луни... Ну, сейчас он подрубил. Луни чувствовал, что он вытончит. То есть, понимаешь, вот сейчас его, например, убивал Фаермаг плюс ШП. Меня тогда убил Фаермаг за дефриз в соло. То есть, ну, именно конкретно этого момента я не понял. То есть, я не знаю, вот этот Фаермаг... Критал, ну все. Он, ну, он мне просто кинул 4 ККД, 4 пиробласта, 4 крита. Ну, это прок. Ну, даже этого, понимаешь, что даже этого маловато будет. То есть, ну, как бы, блин, может, я как-то...
пересмотрел, но я до конца не понял. Все-таки даже 4 крита это по 100 тысяч. Ну, это будет интересно, это будет арена, она не будет идти долго. На самом деле, да, то есть тут можно сказать, что если игра идет по луне, то... Это означает, что вы видите, что это означает на левой команде, вы видите на полоске хп, Лазер Чикен, Лагуна бегает, радуется вообще, он бабам, ну, Лагуна тебя, тебя. И всем доты, он... доты, кстати, на всех есть, в принципе, тут только такие, Транкил как-то быстрый. Они поддиспеливаются. Вот сейчас такой, ну, поддиспеливаются. Хотя даже анстейблов вот особо я не вижу. Взрыва анстейбла на ренде. На ринде. Индиана. Я не вот. Такое чувство, что они заканчиваются просто. Они не диспелятся. Вполне, да. Вполне возможно. И это, конечно, по Ливину. Ливин стоит по Ливину. Я не понимаю, что за проблемы. Альтер 4, наверное, опять, наверное, он такой думает, блин, ну, сейчас попробуем еще раз шамана по-другому. Так, смотри, можно шамана еще по-другому сыграть, давай попробуем переиграть. Ну, вот это как-то уже немножко не то, я что-то не верю, на самом деле, что из всего турнира команда, которая, очевидно, проигрывает, из ниоткуда начинаются какие-то проблемы, что как-то, ну, видно все-таки, что они проигрывают, ну, это некорректно, конечно, было бы сейчас... Да, в принципе, ну, учитывая, что Лагуна, мне кажется, никак не имеет шансов проиграть, и он уже прошел, то есть они даже сами для себя понимают, что он уже прошел. Потому что все-таки сетап против них не самый сильный, игроки тоже неплохие, но не самые сильные. То есть Фаермаг, опять же, у которого в пиробласты не прокают. То есть он дает дефриз, максимум, что я видел, он дефриз кидает пиробласт, в альтертайм возвращается, кидает еще один. То есть я не видел, чтобы он давал дефриз и кидает пиробласт. Подожди, вот судя, знаешь, как психолог, мне показалось, что это был лифт с арены. Нет, такое может быть. То есть они сыграли в шамана, они его не убили, они понимают. На турнирах такого уровня такого не должно быть. Почему? Ну, ты проиграл Ливу? Это Бэтмайнерс. Почему Бэтмайнерс? Ну, в Старкрафте GG и все. Ну, ты проиграл, все, ты проиграл. То есть, знаешь, например, ты играешь, допустим, наглядно, ты играешь Паладин, Хантер, там, Вар, и ты играешь против Шиду Клива такого, знаешь. И... Паладин, Хантер, Вар, ну это 2 минуты от силы. Нет, ты играешь, и вот и ты сходу не убил. Ну да, это... То есть ты можешь просто ливать мгновенно сразу. А тебе даже ливать не придется. Если ты играешь... Ну, суть такая в целом. Да. То есть, а почему бы нет? То есть, ну я не убил все. То есть, я понимаю, что мы опять уходим в 40%. Как вообще понять, блин, что произошло? Я вот даже... Вот, ладно, ну давайте посмотрим. Быть может, как-то там что-то... Какую сетку хоть покажут. Вполне возможно, что выиграл, но я предполагал, что покажут с камеры на Лагуну, и он там порадуется, знаешь, там интервью возьмут у Лагуны, вот там вы победили. Как вы думаете, как так получилось вообще Лагуна? Ну, я не знаю, мы играли просто так. Мы просто играли на подвале, сама вышла. Что это такое? Блин, друзья, да, не слышу, к сожалению. Ну, что-то они говорят, давайте просто подождем. Мне кажется, что да. Мне кажется, что они такую какую-то. Хотя, может, они, знаешь, устроили паузу такую. В общем, что угодно может быть. Могли поставить паузу, ну, чтобы пока решить технические принимает, проблемы, да, технические проблемы, может, такое, знаешь, второй вылет. Обычно, знаешь, когда такие вылеты происходят. Может, там ноу-лайфер сидит, провода грызет. Хочет выбить своих этих. Хочет показать, вот только на шаттер дальше прошел. Я даже, кстати, на самом деле не знаю, вот кроме Лагуны, кто для ноу-лайфера является такой командой прям опасной. Лавашек, звук на минимум, не слышишь, что говорят. Смотри, звук ставлю на максимум, и все так же не слышишь, что говорят. В общем, не надо придираться. А, кстати, знаменательно то, что в какой-то степени это повторение европейских региональных на DreamHack'е. А что там было? Без всяких проблем, именно без всяких проблем прошел ноу-лайфер. Он получил билет на BlizzCon. Он, в принципе, он просто сразу прошел вперед, выиграл две игры. Он именно играл? Ноу-лайфер, да. Ну, и точно так же прошел Лагуна. Ну, там Лагуна... У Лагуны были проблемы. Да, в целом были... Игры были неоднозначные. Ну, я бы сказал, что с ВМД были огромные. Да, нет, я имею в виду все равно. То есть там у него с Вар-Элем Друидом тоже были проблемы.
У них именно были проблемы. И они одну игру они вообще проиграли. Ну, они одну игру проиграли, а здесь они проиграли почти 4. Да, здесь у них вообще было там очень... Ну, как... Это было прям в принципе. Нет, суть в том, что все равно такое, знаешь, в какой-то степени повторение, и одни и те же команды... Они встречались? Нет. Ну, да, я могу, есть... на самом деле повезло, что они не встретились, потому что, ну, вот это именно такой хороший... По всей видимости, будет дальше. Ну, по всей видимости. Ну, я думаю, для них это так, скорее морально напряжно, но в целом как бы без разницы. Угу. То есть они уже выиграли 4 раза, но выиграли 5-й раз, ну какая разница? То есть им эта команда против них ничего сделать не может, в принципе, сама по себе. Угу. То есть, например, те же, конечно, вот лайки, то есть, ну, что-то. Нет, подожди, а если хорошо, а вот если представить, допустим, ну, допустим, даже их ЛСД, но против них играет Шаттер с Фаермагом. И у них вакуумно ультра скилл, который только может быть вообще. То есть все делают вообще в суперону. Ну, трудно сказать, я не видел такого Шаттера, чтоб. Ну, хорошо, Руин, интересно, будет ли повторение желания убить Луни на руинах в теории, знаешь, это зависит. Вот хорошо, сейчас они так же делаются, да? Вот они все делают так же, и у мага прокает. И... Мне кажется, что это мага вообще не прокает, то есть ему просто не ведет. Нет, посмотри, они делаются так же. Им Фаермаг просто берет и убивает Луни. Ну, вместе с ШП, пиробласты вошли, все кританул, а он умер. Это же как-то... Ну, Лагуна же, он такой, типа, почему? Ну, то есть, ну, это как-то, знаешь, несправедливо. Ну, такие ситуации всегда они вообще... Ну, на самом деле, Лагуне против ВМД очень много везло их не команде. То есть, как в первой-третьей игре у них мы выжил на 1%. Поэтому о справедливости, я думаю... Они не будут говорить, потому что, в принципе, им даже... Сейчас интересно, будут ли они готовить? Вот по-моему, они, кстати, неплохо заходят. Заходит Саймонс, сейчас лучше, все намного лучше, и это Тринкет с Шаринг. Не-не-не, там Тринкет, там Battlemaster, Друид 10 и... Друид начал захиливать еще. Кас на ходу. Кас на ходу, кстати, видимо, не показали. Шаринг остался, Тринкеты остались у Лазер Чикена и... Ну, неплохой, это неплохо укусили, они именно лучше сделали, чем прошлое. Они именно, знаешь, тоже... Попробовали, потом подумали, вот, не хватило импакта, влево по импакту. Ну, теперь Альтов 4 пробуем заново. Такие, а Альтов 4 в следующий раз еще лучше получится. Не, у них получилось все, в принципе, нормально вполне. То есть, думаешь, ну, Луни ждал, и, кстати, сейчас Луни портал есть, но сейчас Луни должен выживать, 100%. Кстати, заметь, обрати внимание. Импакт как... неприятнейший импакт, и еще циклон. И, скорее всего, сейчас Луни должен, обязан шарить, он обязан спамить кнопку. Ага. Да, но он шарит. То есть у него нет ни камня батлмастера, нету ни НСК, ничего. Да, даже если была бы НСК, ну, нельзя себе позволить было нажимать НСК, потому что НСК без высвобода, это, ну, это такая история. Это чисто шанс. Обрати внимание, кстати, как... хотя нет, сейчас, подожди, пока посмотрим сейчас от истории. Не умрет ли он прямо сейчас, знаешь, вдруг ли такое случится, хотя... Я заметил, что от Лазер Чикина не влетают такие. То есть, может, это именно из-за по фреймам показывается, но именно по фреймам. Да, это скорее всего по фреймам. То есть я не замечал именно подач таких. Сайленс в теории может быть неплохой с продолжением и продолжением Визаром. Подожди, нет, еще ничего. Хилтай спасет, я в этом уверен. Обрати внимание, как работает... Взялось слово, что ли? Импакт такой, Драгон Близ. Я не знаю, что произошло. Его может сломать. Разжал, он из него... Портал сейчас будет и все. Ага. И да, высвободил. Сейчас Луни... Опа, вот это... Вот это большой маленький. Соляр спас. И Камин Батлмастер тоже. И еще свой Батлмастер прок. Ну, в общем, ему, так сказать, повезло, а Ливен, Ливену тоже нормально. Угу. Не повезло, успел на редблок, потому что у него какой-то непонятный невер зашел. Прок еще такой. Сейчас, знаешь, он стоит в нем хорошо, вышел дальше, что у него есть. Его не имеет тринкет. А, подожди, нет. У Ливена большие проблемы сейчас. Его могут убить, Лагуна может пройти. Фух, все. Ну, это... Все, это... Теперь он доволен. Знаешь, это было интересно, Арина, было, знаешь, смотреть, как вот вроде почти его выцепили. Смотри, знаешь, такое ощущение, что продолжают на арене бегать и всех добивать, знаешь? Ну да, по регламенту надо их добить. Ну, то есть, определенный регламент есть, знаешь, что убийство одного человека, оно ничего не значит, и нужно доспамить кнопки. Он прямо сейчас, знаешь, там дальше нажимает, там это. Да, ну они радуются, конечно, но нам со стороны, ну, то есть они выиграли, то есть слишком такие простые игры для них.
Вот именно, точнее, вот эти с этим шатером, для них были очень простые игры. То есть, видимо, шатер, либо вообще сам по себе шатер с фаермагом, либо не шатер ноулайфера, не доставляет LSD2 вообще никаких проблем, по всей видимости. Ну, слушай, мы вообще-то радуемся, Лагуна прошел. То есть, он уже прошел в полуфинал. Ну, здесь повтор тоже. Знаешь, вот эти вот повторы от LSD2, как будто вот... Не, я Лагуну уже, как бы, я знал, что он уже выиграет, то есть примерно после... Когда полторы игры прошло, я сразу понял. Когда первая игра, знаешь, когда они не перевернули, они не показали ничего нового во второй игре, и... Ну, в третьей игре они показали заход по шаману, причем очень хороший, причем почти повезло, но хорошо, ладно, то есть, ладно, они выигрывают одну игру, они ее выигрывают. Ну, выиграть еще две, мне кажется, это было бы просто нереально физически. То есть, ну, выиграть две игры, я не знаю, что бы они сделали, чтобы выиграть еще две игры. Учитывая, что первые игры, ну, они, ну, достаточно слабо так шли же к тому, что, то есть, ну, первые игры, они были совсем неуверенные, то есть, а тут раз и три игры выиграть еще на всех аренах, которые выбирает команда Мункин, Лока, ну, тут, короче, непонятно совсем. Ну, определенно, в любом случае, сегодня, знаешь, мне кажется, довольно-таки много, ну, у меня были какие-то такие опасения, что будет больше вот такой, знаешь, тягомотных игр, но на удивление мое, и оно это хорошее удивление, начало вот этого турнира, оно было хорошее. Ну, быстрый минус хил. Минус хил. Игры, они хорошие. Мне понравилось, как сегодня играли, например, на шаттер Зуньяки, Нолайфера и Телби. Приятно смотреть. И это, в принципе, сегодня были такие прайм-гранды, так сказать. В МД было интересно смотреть. Было интересно смотреть, как играет МЛЭШ с Надзо, с Винруки. Ну, мне не совсем понравилось. То есть, нет, это другой вопрос, понравилось, не понравилось, это уже другой вопрос. Это было интересно увидеть. Ну, в целом, то есть, было интересно посмотреть, знаешь, вот как вот, ну, что они, как они сейчас играют, как у них идет, как у них вообще в МЛЭШе этом. И давайте послушаем. Ну да, он говорит, ну в этот раз попроще. Ты говорил, что игра была сложная. Он говорит, это не было легко. Ну, я с ним не согласен. Ну, это не было так легко, наверное, как мы видели, ну, но да. В целом это было легко. То есть здесь... Ну, это понятно, ну, это был всегда видно, так, да. Четкий аутплей, аутсетап даже. Да, говорит, Азель говорит, что они провели такой прям матч, знаешь, вот именно чистый и идеальный. Он говорит, на гранде у меня очень глупый тринкет был, это такая одна ошибка, но... Да, он говорит, что теперь у тебя есть неделя спокойно отдохнуть, причем без какой-либо боязни, и ты понимаешь, что ты... Да. Он говорит, что без каких-то опасений ты будешь сразу в полуфинале, и всего в одном шаге от финала, и всего в двух шагах, в общем, от взятия кассы. Спрашивает его, что ты будешь делать вообще на этой неделе. Он говорит, просто мы будем отдыхать, здесь есть чем заняться. Да, и слово придут у нас комментаторам. В общем, что, какие у них последние мысли? Мы что-то уже с вами, в общем, так выразили, знаешь, по итогам встреч. Будем с нетерпением ждать наступления BlizzCon. Вообще BlizzCon ждать будем, потому что ходят разные слухи, что Blizzard будет анонсировать новую игру. Такие слухи новую есть. Новую игру? Да, и не аддон, именно игру. Такое, ну, знаешь, слухи... Слухи, я бы поиграл в что-нибудь новое. Слухи, знаешь, слухи, они везде слухи. То есть, именно что будет новая игра. Возможно, аддон, там где-то что-то перепутали, попутали. Ну, определенно будет анонс StarCraft, аддон новый, как он там назывался? Спротосами что-то, наверное. Да, Войдов, там я не помню, что там называлось, что-то будет. Там, ну, в общем, естественно, Протосы тираны были, зерги были, сейчас будет с Протосами. Завершение, так сказать, трилогии именно по StarCraft 2, то есть как там все прошло. Ну, следующий, наверное, будет какой-то этап уже переход к третьему StarCraft, там разработка там пары лет. Ну, должна быть какое-то, знаешь, такое развитие. Естественно, будут, ну, уже завтра даже, точнее, знаешь, зачем ждать неделю, и завтра
на самом деле рекомендую посмотреть, во-первых, StarCraft, потому что даже если вы там не фанат вот этой вот ультрастратегической... Там много народу играет. Да, BlizzCon там собирает, они собирают весь мир. 50 человек? Там... Нет, я имею в виду игроков. Точно, вот я тебе точно не скажу, но там хватает игроков. Конечно, там много и... То есть это именно место, где опять же пересекаются... Есть региональные отборочные, корейские, европейские, американские. И это место, где... Ну, понятно, что корейцы там... То есть StarCraft это как бы, да, там... Корейцы там между собой будут разыгрывать куш, но всегда интересно посмотреть, как, кто из европейцев и американцев пройдет дальше, как они встретятся, как изменилась мета. В StarCraft она тоже меняется постоянно, какие есть новые страты, это всегда интересно. Ну, там есть пару крутых. Также любителям вообще вселенной, вообще Близзарда, советую обратить внимание также на Hearthstone, там будут такие, знаете, в общем, такие, ну, игры, которые будут проламывать мозги там на рандайсе, когда кто-то будет выигрывать просто потому, что у него получилась карта, кто-то будет проигрывать выигрышные игры, потому что просто не повезло. Это всегда тоже интересно. То есть это... Hearthstone, знаешь, вот кто бы мог подумать, что это вообще может быть киберспортивной игрой, но она, ну, по ней есть турниры, они проводятся. Есть они даже команды есть. Да, есть любительские лиги, есть профессиональные команды. Это Blizzard протолкнули. Игра пошла, она... Как, знаешь, как был девиз Близзардов, easy to play, hard to master, легко научиться играть, но сложно, в общем-то, стать про. Mm-hmm. И это классно. И, конечно, сам BlizzCon там будет, ну, скажем так, не считая дефолтных там всяких конкурсов костюмов, косплея, выступления, если не ошибаюсь, будет группа Metallica выступать. Будет, естественно, будет Q&A сессии, я уже немножко даже запутываться начинаю, Q&A сессии, вопросы и ответы от разработчиков, как они будут рассказывать, естественно, про Draenor, они будут рассказывать про какие-то новые там вещи, там, может, какая-то презентация каких-то синематиков еще будет. Будет там, ну, знаешь, по всем играм что-то будет происходить, везде там что-то будет открываться, и... То, что многие ждут, и я в том числе очень сильно жду, это мы увидим турнир, собственно, ну, то есть это вообще это будет именно сами финалы BlizzCon'а 7-8 ноября по Вову. Мы посмотрим, как далеко пройдет Лагуна, мы еще раз увидим ВМД, мы посмотрим, у всех команд будет новый шанс, еще мы увидим Heroes of the Storm, который, знаете, напрямую относится к Вову. Потому что, ну, не напрямую, в какой-то степени относится к Вову, потому что там много героев из Вова, и Heroes of the Storm, это, знаете, это будет игра в каком-то времени, в которой будут многие будут проводить в ней свое время. Ладно, друзья, мы с вами прощаемся до следующей, если не ошибаюсь, пятницы. В любом случае, на Prestige Gaming смотрите новости, все вы всегда там найдете информацию, то, что будет, расписание, как будет происходить. Стримить сам BlizzCon мы права не имеем, то есть мы на это... Ну, то есть мы это делать не будем. Ну, непосредственно BlizzCon, когда там что-то будет происходить, вот это все, о чем я рассказал. Мы будем стримить непосредственно киберсоставляющую. Сам BlizzCon, какие-то там будут бесплатные трансляции. Естественно, вы можете купить виртуальный билет, там, я не знаю, сколько он там, $30, где-то около того цена, за которую вы получите еще какие-то внутриигровые бонусы. Вы это все можете купить и смотреть, в общем-то, BlizzCon этот весь. Ну и, конечно же, когда дело будет подходить к аренам, мы для вас будем их комментировать и вместе с вами болеть за Лагуну, ну и просто за красивую игру, а я думаю, такое еще будет много. Давайте, друзья, до BlizzCon'а, собственно, до старта BlizzCon'а, там мы еще встретимся и посмотрим, кто, собственно, станет новым победителем и получится ли у Европы, знаешь, взять какой-то реванш. Потому что к этому много идет. Я думаю, что к этому идет. Европа выиграет достаточно легко. Ну, посмотрим, как будет, но к этому все идет. Ну, еще не все команды играют. Да, естественно. Команды играли как раз-таки все, то есть не все, там по-разному, то есть 8 команд. 8, не все друг с другом. Да, сетка нам может по-разному пойти, то есть сегодня вы играли такие сетапы против таких сетапов, потом в другой день будут играть другие против других. BlizzCon 7-8 ноября, в общем, до встречи, друзья. Спасибо, да. спасибо за ваш просмотр и, естественно, подписывайтесь на мой канал, когда я включу стрим в пятницу, в субботу, вы сразу же об этом узнаете. До встречи, друзья. Всем пока.